Буэнос диас, братва! Ядерный рассвет увезает ваш экран, а это значит, что мы продолжаем играть в грёбаный Crysis Warhead. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Вот сегодня будет действительно, мать его, жарко. Придется вспотеть. Мальда, тяжелая сцена. Ничего не скажу. Да, костюмчик у него потрёпанный. Тяжело, чисто психологически. Просто утопил ко всем хуям. Я думаю, теперь понятно, откуда у него погоняло псих. Пиздец, сюр, конечно. Плывет дохлый кореец. Чувак сидит. Страдает от безысходности. Что за ебаный насрал? Ладно, блядь. Опаньки, аэродром-то, сука, рядом. Ну, ща вам Сайкс всем пизды наваляет. Долго катсцена, конечно. Пиздец, долго. Псих, это Эмерсон. Доложи обстановку. Ты знаешь, где я. Скажи мне, что делать. У тебя остался последний шанс завладеть контейнером. К сожалению, на аэродроме его охраняют корейские группы особого назначения. Из штаба поступил приказ. При захвате контейнер не должен получить никаких повреждений, так что артиллерии и атаки с воздуха не жди. Готов? Так точно, мэм. Пришла пора взыскать с них должок. В
Ко, да, побежал собака. Сутулая. Тут там выебался, мне кажется. Так, на передачу вверх. Ох ты ж ёбаный в рот! Прошляпил. Седьмой, это пятый, ты меня слышишь? Пятый! Мы с ними не справимся! Танго 7! Танго 7! Псих, имей в виду. Все силы штаба готовятся к отступлению и перегруппировке. Нам пока неизвестны масштабы новой угрозы, но до тех пор, пока выход из ситуации не будет найден, мы выводим регулярные войска из этой мясорубки. Единственная невыполненная миссия твоя. Понял, босс. А Танила есть известие? Нет. Вероятно, он, как и прочие, покинул остров. Эти существа уничтожают все вокруг. Да, разумно. Я пока выйду на так, связь небольшой с нашим перекур. Тяжелым транспортником. Жди. Понял. Пшух, подрос. На формирование сферы мы некоторое время удерживали контроль над этим аэродромом. Вот данные о расположении складов с боеприпасами. Принял, босс. О, ништяк. БП. Так, чисто для острастки. Ага, в этом контейнере нычка. Ништяк. Так, этого я сейчас из голосовки сниму. Только подождав предварительно пару минут. Так, отключили. Ебать, я в мясорубку влез. Так, лети отсюда. О, а вот и склад как раз. Скары.
Но мне-то патроны нужны именно для местной хуйбалдистики. Кто она, ахуй? Вот так должно быть ништяк. Кто там выебурит-то, блядь? Ладно, этого сейчас Гаусса сниму. Вроде бы снял. Куда побежал? Здорово. Ебать там! Самое главное, откуда? Чё-то никак в толк не возьму, откуда арта работает. Псих, контейнер по-прежнему охраняется корейцами. Захвати его. А, теперь понял. Ну и что мне с тобой, скотина, делать? Так. Ну и до кучи коробчонку. Вертолет ясен хуй корейский. И от него тоже надо как-то, блять, избавляться. Так, спиды включаем, резко бежим назад. Так, не в этом. Там еще один был. Так. Сука, все-таки дотянулся. Ладно, блядь. Сука, все заново. В общем, хуятина. Угу. Это говно определенно, да, прыгалось. Псих, контейнер по-прежнему охраняется корейцами. Захвати его. Вот туда как раз пойдет, наверное, третья ракета. Сюка. Ты где, блядь? А-а-а.
Ну, до склада тут недалеко. Изюх. Так, еще одна вертушка. Так, небольшой фейерверк. Так, блядь. Никак не могу связаться с тяжелым транспортником. Сфера мешает работе системы связи. Это объясняет странное поведение рации. Тебе придется направлять транспортник с Земли. Контрольная вышка должна обеспечить достаточно устойчивую радиосвязь. Проберись туда и скоординируй эвакуацию с грифом 19. Будет сделано, мам. Передаю по всем каналам. Транспортный самолет 2-6 следует без сопровождения. На хвосте у нас неопознанные объекты. Ведут себя агрессивно. Запрашиваю помощи у ближайших наземных или воздушных отрядов. Что за бесовщина? Второй отказал. Все каналы, у нас авария. Отказал второй двигатель. Мы падаем. Черт! Ого! Один у нас на крыле. Экая громадина. Мы падаем. Сбрасываю топливо. Опусти нос. Опусти этот чертов нос. Господи боже! Так, блять. Дело принимает не совсем ожидаемый оборот. Кто же знал, что транспорт, на который возлагались такие большие надежды, которого я жду еще хуй знает с какого времени. Это капитан Кан. Сука. Эхо Гольф 5-1. У нас тут настоящая резня. Чтобы удержать позиции, потребуется как минимум чудо. Срочно нужна помощь. Эхо Гольф 5-1. Кто там, блядь? Да что такое? Вытащите нас отсюда! Максимум скорости. Максимум брони. Так, а вот... Ага, то есть мне получается вот туда, между контейнерами. Недостаточно энергии. И если я сейчас... так и пополню снарягу... вот здесь. О, ништяк! То я смогу изнасиловать эту чертову бэху. Максимум скорости. Псих, судя по данным спутника, контрольная вышка усиленно охраняется, в том числе и бронетехникой. Удостоверься, что у тебя есть необходимое оружие.
Ну да. Да еба, сука! Упс, салютик. Вот Бэха мне сейчас крови попортит. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Максимум драйв. Так, ой, блядь, откуда? А, блядь, это типа мне так тонко. Предложили выполнить обходной маневр? Я что-то хуй понял. А где ты тут бродишь-то, Скотт? Максимум скорости. Максимум брони. Так. Только не говорит, что и здесь где-то есть Бэха. Но суть по звуку, именно она здесь и есть. Максимум скорости. Максимум да ебись ты, провались-то, а! Так, значит, без гриномета никак. Еще Бэха. Блять. Максимум скорости. Где должен быть гриномет?
А что если попробую прикалываться? У меня же помимо гранатомета есть и более интересные штуки-дрюки. Так, на всякий случай сохраняемся. Бэха далеко ушла. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Ебах-карабах, вот это салют, жалко, я его пропустил. Так, ну по мне работает еще как минимум одна бэха. Ебать тут корияшек, а? Хотел, не вышло. Кстати, никто не обратил внимания, что бэха заткнулась. Сука! Сука. Бумц получился, что надо.
Сука, где еще одна? Странно, что она улетела с одной ракеты. Максимум скорости. Да, по-моему, тут весь ёбаный аэропорт был брошен именно на то, чтобы... не дать мне пробраться к вышке. Ах ты падла. Ну чё, полезли. Хули делать? Ах ты, блядь! А это сработало. Грязный, конечно, трюк. Грязный, как сам пиздец. Ну, вполне себе рабочий, как выяснилось. Там выёбывается. Вот ты, например.
Гриф 1-9, это Хищник, слышишь меня? Отбой. Слышу тебя, Хищник, это Девятый, говори. Ты что там, дурака валяешь? Хищник, в чем дело? Девятый, тут все серьезно, сажай свою птичку, быстро! Никак нет, Хищник, адмирал Моррисон приказал всем возвращаться, у меня на борту раненые. Девятый, пересади раненых на другой самолет. Это приказ из Пентагона. А у меня здесь командир спецназа, так что пока я не получу приказа сверху, ничего не выйдет. Извини, Хищник. Удачи. Девятый. Это Гриф 2-4. Выполняю. Понял. Направляюсь к авианосцу. Отбой. О'Нил, где тебя черти носили? Долго рассказывать. Меня чуть не грохнули на мосту. Ему приказали эвакуироваться, псих. Помогая тебе, он нарушает прямой приказ. А теперь двигайся прямо к контейнеру. Ты должен отстоять его любой ценой. Знаешь что? Забей. Если бы я мог, то был бы там. А теперь пора мочить этих засранцев. Отлично, помогай. Тебе нужны пушки посерьезнее. Видишь разбитый Си-18 на посадочной полосе? Я слышал, что этот самолет перевозил наше последнее экспериментальное оружие. Плазменную пушку для ближнего боя. Я загрузил код доступа. Давай за ней. Блять, эта сучка едва не вмазалась в башню. Но холи ты тут сделаешь. Слава богу, у меня патрон в гауске, аки говна забанить. Эх. Что, бледина, не нравится? Да что такое? Откуда, блядь, эскейп появляется? Вот честно вам сказать, мне эти пидорасы сейчас житья нормального не дадут. Сука, я так на нее надеялся. Блять, мне в одного как-то... Ах ты, падла! Блять, с самой вышки. Тебя черти носили. Долго рассказывать. Меня чуть не грохнули на мосту. Ему приказали эвакуироваться, псих. Помогая тебе. Ах ты, сука. Значит, не канает. Девятый. Это Гриф 2-4. Выполняю. Понял, направляюсь к авианосцу. Отбой. О'Нил, где тебя черти носили? Долго рассказывать. Меня чуть не грохнули на мосту. Ему приказали эвакуироваться, псих. Помогая тебе, он нарушает прямой приказ. А теперь двигайся прямо к контейнеру. Ты должен отстоять его любой ценой. Знаешь что? Забей. Если бы я мог, то был бы там. А теперь пора мочить этих засранцев. Отлично, помогай. Тебе нужны пушки посерьезнее. Видишь разбитый Си-18 на посадочной полосе? Я слышал, что этот самолет перевозил наше последнее экспериментальное оружие. Плазменную пушку для ближнего боя.
код доступа. Давай за ней. Сука, за вышку сховался, урод. Вот, сука. Чё-то мне не везёт, а? Тебя черти носили. Долго рассказывать. Меня чуть не грохнули на мосту. Ему приказали эвакуироваться, псих. Помогая тебе, он нарушает прямой приказ. А теперь двигайся прямо к контейнеру. Ты должен отстоять его любой ценой. Знаешь что? Забей. Если бы я мог, то был бы там. А теперь пора мочить этих засранцев. Отлично, помогай. Тебе нужны пушки посерьезнее. Видишь разбитый Си-18 на посадочной полосе? Я слышал, что этот самолет перевозил наше последнее экспериментальное оружие. Плазменную пушку для ближнего боя. Я загрузил код доступа. Давай за ней. Ах ты, падла, какая же ты неповоротливая. Так, 90%. Так, вроде упал. Значит, можно спокойно попытаться, по крайней мере, отстрелять вонгов. Освободи-ка, мальчик, папе место. Сука, сзади сфера. Блять. Вот это пот. Это гриф 2-4. Выполняю. Понял, направляюсь к авианосцу. Отбой. Понял, где тебя черти носили? Долго рассказывать. Меня чуть не грохнули на мосту. Ему приказали эвакуироваться, псих. Помогая тебе, он нарушает прямой приказ. А теперь двигайся прямо к контейнеру. Ты должен отстоять его любой ценой. Знаешь что? Забей. Если бы я мог, то был бы там. А теперь пора мочить этих засранцев. Отлично, помогай. Тебе нужны пушки посерьезнее. Видишь разбитый Си-18 на посадочной полосе? Я слышал, что этот самолет перевозил наше последнее экспериментальное оружие. Плазменную пушку для ближнего боя. Я загрузил код доступа. Давай за ней. Ща рванет. Там еще, по-моему, бэха должен стоять. Гантрак это, конечно, хорошо, но гантраку очень быстро и бодро приходит пизда.
посмотри, какой здоровый. Как думаешь, может это пришельцы? Черт его знает, давай просто замочим его. Я с тобой, брат. Ты должен уничтожить его, псих. Мы не можем рисковать нашим последним транспортником, пока эти твари находятся на аэродроме. Есть, мэм. Чует моя жопа, что эти пидорасы меня и отсюда выцепят. Вот это совсем другое дело. Да сука ж ты, блядская. Видно, что из Гаусса он получил знатно. Ёбаные крабы. Сука, в меня-то нахуя? Кто работает, я не пойму. Так, надо сохраниться на всякий. Ах ты, сука! Как знал, что она засеивается. Он целится в тебя, псих! Убей его! Отлично, он ранен! Хорошо, ты привлек его внимание. А теперь пали по нему из всего...
Да, сучка-то блядская. Не вариант. Он целится в тебя, псих! Убей его! Отлично, он ранен! Вот, ага. Так. Ёб твою мать. О'Нил, насчет инцидента с синим кодом. Забей! Ты, конечно, засранец, но иногда даже засранец может оказаться прав. Отличная работа, псих. Ты просто молодец. Спасибо, мэм. Ты тоже молодец, О'Нил. Забирайте контейнер. Дорога к авианосцу свободна. Понял, мэм. Громко и четко. Псих, двигайся к контейнеру. Я на подходе. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Так. Еще одна эпичная катсцена. И что в нем такого особенного? Она не самоликвидировалась. Собакоед проклятый. Наконец-то ему кто-нибудь сломать уже очки, а? Отвезем ее в Корею для инженерного анализа. Чё за нахуй? На, животное. О'Нил, я убил пилотов. Вытащи нас отсюда. То есть пока он тут что-то пытался, псих успел прикончить пилотов. Ну, казалось бы, да, вот он пиздец, но... Дорогу копать. Ну
Он что, ему руку сломал, что ли? Становится жарковато, а? Янки закидали. Я британец, ты балбес. Летай отсюда. О, наконец-то мы очки сломали. Поздоровайся с друзьями. Эта чертова штуковина слишком тяжелая. Толчок бы мне не помешал. Да, хуенько, чуваку. А вокруг такая орда засранцев, что ёб его маму в ухо. Ну и экзокостюмчик как бы намекает. То бипызда. Их тут тысячи! Надо выбираться отсюда! И пошел к авианосцу. Те, кто играл в первую часть, наверное, помнят, что... Как бы так вам сказать-то помягче? На авианосце, ну, примерно в это время, но может быть чуть пораньше, попозже, происходит эпическая мясорубка. Ну что ж, вот, пожалуй, и все. Ну что ж, вот, пожалуй, и все. Да, сезон получился довольно коротким. Всего там каких-то 7-8 серий. Точно я что-то все не считал. Ну, как по мне, сезон получился достаточно насыщенный. Последняя птичка на острове. Беру курс на авианосец. Мы едем домой. Да, ребятки. Это было круто. Ты как, Намат? Ты обезвредил боеголовку? Старина Намат всегда печется о своей миссии. Давай-ка выбираться отсюда. Вот такая, господа, херня. Ну, на самом деле, эмоции достаточно смешанные. С одной стороны, хотелось бы подлиннее сюжет, но с другой, честно, это очень и очень хорошая работа над ошибками первого Крайзиса. Как в плане геймплея, поскольку здесь, ну, например, доработана стрельба по-македонски. То есть, в первой части у вас те же пистолеты-пулеметы, с которым я пробегал весь конец игры, они могли стрелять только сразу оба. Здесь левая кнопка, левый пистоль, правая кнопка, правый пистоль. Все круто. По сути, можно обеспечивать непрерывный огонь. Немножко подкорректировали прицелы. Не такой уж и тупой искусственный интеллект. Ну и опять же, техническая оптимизация была проделана очень-очень большая. Если мой старый комп, это был еще Socket AM2, Radeon HD 2400 Pro. Да, у меня прошка стояла на 256 метров, тогда это был охуительный пункт. Если Crysis он не вывозил на средних в тридцатке, 20 для меня было праздником, особенно в динамичных ценах, то Вархет, он на средних спокойно выдавал 35-40 кадров. Ну, видите, комп был довольно старый, и мой Атлон 64-ка, 4200+, у меня был. Я помню, это был один из первых Атлонов на ядре Аджена, это было 2,2 гига на ядро.
и ядер было всего два, и никакого, мать его, СМТ. Ну, блин, сейчас, когда под капотом моей машины трясется i7-3770, у которого 4 ядра, 8 потоков и достаточно такие серьезные 3,6, ну, в небольшом бусте на все ядра. Угу. И, насколько мне известно, основную работу по разработке Crysis Warhead делали не франкфуртские и не будапештские сотрудники Crytek, а киевские. Да-да, у Crytek есть офис в Киеве. Не знаю, правда, есть ли он сейчас, но в то время, когда я вышла из игры, он был. Ну, и опять же, игруля на самом деле крайне бодрая, и если вы все еще не коснулись этой вещи своими руками, вы многое упустили. Да, она короткая. Да, она достаточно старая, но кто, блядь, говорит о том, что старые игры не могут быть хорошими. И в этом случае это действительно хорошая игра, которую я могу смело рекомендовать к прохождению. Третий сезон РКП закончен. В следующем сезоне, ну, я пока не знаю, что еще будет. Ну, на календаре у меня сейчас 11 июля. Июня. Поправочка. То есть еще даже второй сезон не закончился, я уже доснял третий. Ништяк. Ну ладно, черт бы с ним. И так видос уже очень и очень сильно затянулся. Ну, такой вот достаточно напряженный, потный финал третьего сезона. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, высказывайте свое мнение. Встретимся в следующем сезоне. Sunrise out.